Дорогие зрители, сегодня мы с вами будем готовить сырое варенье. Это был пакетик с замороженными ягодами. Лесная ягодная смесь называется это. Здесь было 300 граммов. Вот эти 300 граммов мы с вами положили в кастрюльку небольшую. Сейчас мы эти 300 граммов просто засыпем сахаром. Это замороженная смесь. Прямо из морозилки. Сейчас мы засыпем сахаром и добавим чуточку-чуточку воды и поставим на огонь. Вот видите, в эту стеклянную кружку я насыпала сахарный песок. Тут где-то половинка. Сначала мы возьмем с вами половинку этой кружки. И потом, если по вкусу вы попробуете и вам будет мало, вы всегда сможете сахар добавить. Я много сахара не кладу, потому что хочется есть ягоду, а не сахар. Тем более, это не очень полезно, сахар. Лучше, чтобы было больше ягоды, чем сахара. Правда ведь? Теперь мы высыпем вот этот сахар в эту кастрюльку. Добавим чуточку-чуточку водички и поставим на огонь. Вот в эту же кружку я налила немножко воды. Вот я показываю, сколько это. Больше не надо, потому что сахар растворится. И получится маленький такой сиропчик. И ягода тоже растворится на огне. Желательно, чтобы это был ягодный сок, а не вода. Так что давайте, сейчас мы это выльем в эту же нашу ягодно-сахарную смесь. Вот она получилась. Вот мы вылили. У меня это было с чайника, потому что в чайнике как раз по случаю оказался кипяточек. Вы можете взять откуда угодно, даже с крана. Она очень быстро вскипит, как вы догадываетесь, потому что это малое, малое количество очень. И поставим на огонь. Вот наша кастрюлька с замороженной смесью, сахаром и немножечко водички. Как вы видели, мы поставили с вами на газ. Теперь что надо? Надо помешивать эту смесь, чтобы не подгорело.